Лес зажигнет тебе живи, и ты от шепота проснешься, и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви. А любовь в жизни Роберта Рождественского была одна. Вся его лирика о ней, Алла Киреева. В счастливом браке поэта и литературного критика родились две дочери – Ксения и Екатерина. Я писатель, фотограф, и самое мое большое счастье, что я дочь замечательного Роберта Рождественского и Аллы Киреевой. Екатерина признается, быть дочерью Роберта Рождественского – гордость и, конечно, ответственность. Стать поэтом не мечтала, видела себя врачом, но в МГИМО получила специальность международные отношения, и тут судьба привела ее в литературу. Можно сказать, пошла по стопам знаменитого отца. Без прошлого не может быть будущего. И отец очень много сделал для того, чтобы эта опора была. Культурно-досуговый центр Иосифа Кобзона при поддержке фонда Арно Бабаджаняна. Концерт памяти Роберта Рождественского. Эти три знаменитые фамилии на одной афише не впервые. Их песня «Ноктюрн» до сих пор на слуху. Вот и сегодня в зале собрались поклонники их таланта. Но сегодня все о нем, о Роберте Рождественском. Память о людях, которые надо помнить, и мы должны помнить. И таких, как Роберт Рождественский, относительно немного людей, которые действительно являются вехой в нашей жизни. Важно посещать такие мероприятия для того, чтобы наполняться, да, наполняться вот этим душевной атмосферой. Полное погружение в литературу и музыку для детей и взрослых, для тех, кто любит поэзию или пока только к этому стремится. Такие творческие вечера в КДЦ имени Иосифа Кобзона проходят ежемесячно. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».